Март. Первый весенний месяц. Он несет на своих крыльях радостный перезвон капели, веселое журчание ручейка. А вы слышали, как по утрам поют птицы? Так, что даже душа поет. И не просто поет, а все лады звучат в ней, и все семь нот. Здравствуйте, меня зовут Ирина Тихановская, и вы смотрите программу «Вечер у камина». Вы уже успели поймать весеннее настроение? Нет? Тогда присоединяйтесь к нам, потому что сегодня мы будем говорить о детях и о их талантах. А «Вечер у камина» со мной проведут певица, композитор, генеральный директор международного конкурса детского и юношеского творчества Наталья Шайдерова. Здравствуй, Наташа. Добрый вечер. Ну и ее помощник, исполнительный директор того же самого конкурса Станислав Гунчак. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире, поэтому присоединяйтесь, наливайте себе чайку и звоните нам, задавайте интересные вопросы. Предлагаю вам налить чай. С удовольствием. Наташа, ну вот сейчас прозвучала песня «Гимн семи нот». Кто автор этой песни? Автор – замечательный детский композитор Александр Ермолов. Он написал музыку. Ну, а слова к этой песне написала я. Быстро это получилось? Да, очень быстро, на одном дыхании, так же, как и родился этот конкурс. Конкурс родился очень быстро, месяца за три. То есть в январе мы придумали такую идею. И в апреле месяце мы его уже организовали. Держи, Стас. Спасибо. Поэтому конкурс вот на одном дыхании проходит. Вот как он начался, как он сочинился на одном дыхании, так он и проходит. В этом году уже будет восьмой раз. Ну, сейчас, наверное, оргкомитет работает в полную силу. Что вообще там? На какой стадии у вас сейчас? Да, конечно, у нас сейчас горячая пора. И мы вот вырвались к вам. Буквально, да, оторвались от всех дел, потому что... Идет подача заявок, вот участники спешат. К сожалению, мы сможем принять не всех, только тех, кто успеет, потому что заявок очень много, а по времени мы ограничены, конкурс идет всего лишь 3 дня. Поэтому для тех, кто еще не подал, но очень хочет, могли бы просто порекомендовать сделать это как можно побыстрее. А сколько человек вообще работают на конкурс, чтобы все это произошло хорошо, здорово, ну и так на уровне? Ну, у нас достаточно большая команда, у всех есть свои обязанности. Вот Станислав у нас исполнительный директор конкурса, он руководит оргкомитетом. То есть в его подчинении достаточно много человек. Около 20 человек именно занимается организацией всего этого действия. Ребята, ну солидная группа работает на конкурс. А сколько же детей вы принимаете за раз? Трудно сказать, но в том году у нас было около 500 заявок. Это только заявок, учитывая, что в каждом коллективе может быть и 20, и 30 человек. Поэтому мы не будем говорить окончательную
Ну, где-то порядка тысячи получается, порядка, да? тысячи человек. 1200, 1300, иногда вот так вот где-то бывает. А из Ленинского района, из Видного, наши дети есть, принимают участие есть, в конкурсе? Есть, и очень много уже на этот момент. Особенно у вас вот в Ленинском районе инструментальное исполнительство, дети... Видимо, очень хорошо развито. Да, да, фортепиано. Есть очень много заявок. Детишек, которые участвовали в том году, и, скорее всего, им понравилось, и они решили принять участие в этом году уже со своими друзьями, потому что количество участников из Ленинского района растет. И также очень приятно, что вот заходишь к вам в Видновскую школу и видишь наши кубки, то есть наши награды. Это вот очень приятно. А нам как приятно, что наши дети привозят награды такого большого уровня. Мы попозже немножко с вами поговорим о том, как получить вообще награду на семинотах, насколько это сложно сделать. А для наших зрителей я скажу. Я специально задала моим гостям этот вопрос, потому что мы являемся информационным поддержкой телеканал «Видное ТВ» этого конкурса. И больше того, мы в прошлом году присутствовали, снимали, и сейчас хотим напомнить, как это было в прошлом году, как наши дети принимали участие в конкурсе «Семь нот». Семь нот, семь номинаций, семь лет. Такого совпадения цифр уже никогда не будет. В этом году конкурс поистине знаменательный. А началось все в 2009 году, когда инициатор и идейный вдохновитель конкурса Наталья Шайдурова решила создать площадку для талантливых детей и подростков, проживающих в Домодедовском округе. Мало у кого есть возможность выезжать в другие города и регионы на конкурсы талантов. Поэтому было принято решение сделать такой конкурс дома. Шло время, и «Семь нот» набирал популярность. На сегодняшний день конкурс стал международным и собирает сотни детей. Ученица Ленинского районного центра культуры и досуга пела в номинации «Военная песня». У меня не было еще медалей, я хотела как раз получить что-то. А другая участница стала известной на всю страну за несколько дней до финала конкурса. Софья Бабич задала свой вопрос Владимиру Путину на недавней пресс-конференции президента Российской Федерации. Помимо активной жизненной позиции, девушка обладает большим талантом и отлично поет. С конференции на руку, каждый ночь есть концерт. Зачевать же прогу, я в редике танчонце. Танчит перша промень, жучу смогу лощады. Не хвастуля в ролёна. Конкурс «Семь нот» — это настоящая возможность талантливым ребятам проявить себя. «Семь нот» дает шанс начать творческую карьеру. Конкурс развивается, растет, участников все больше и больше, номинаций все больше, география обширная. Приезжают не только из далеких уголков нашей страны, но также из-за рубежа. В этом году были участники из Индии, что невероятно приятно. Это первый раз к нам так издалека приехали гости-участники. Вот. Ну и уровень, конечно, участников тоже из года в год, мне кажется, растет. С этого года телеканал «Видное ТВ» стал информационным партнером конкурса «Семь нот». Юлия Погосян, Ирина Тихановская, Константин Брылов, Елена Кошелева, «Видное ТВ». Ну вот такой был сюжет. А вопрос у меня будет вот какого плана. Стас, Наташа, ну ведь вы тоже, в принципе, выросли с конкурсов, с аналогичных. Особенно вот интересная история у Стаса, я хочу ее рассказать. Вернее, попросить рассказать, как это все было. Ну, как это было? Ну, для любовь начала, с семью нотами, как она? Любовь с семью нотами произошла, наверное, 5 или 6. Да неважно, давно. 5 лет назад, да, где-то вот так вот. Ну что, я просто подал заявку на участие тогда еще всероссийского конкурса «Семь нот». Ну и по такой вот, может быть, случайности, не знаю, я там стал обладателем гран-при. Это самая высшая награда нашего это конкурса. Это самая высшая награда. Ну, как это было, мы не будем на это обращать внимание, потому что было очень много переживаний вообще. Ну, это было просто нереально круто. Потому что я не думал то, что на таком конкурсе, который только набирает обороты, можно вот так вот выйти спеть и получить такую высшую награду, та, которая дается только одному человеку из многих. Слушайте, а вот я знаю, что на вашем конкурсе просто так призы и первые, вторые, третьи места не раздаются. То есть если человек
не достоин уровня первого места, он никогда его не получит и... Будет горько плакать. То есть первое место останется... Конечно, да. Никому у нас существует балловая система, и неважно, сколько человек в номинации, возрастной категории, если человек не набирает определенное количество баллов, то первое место может не присуждаться. Точно так же и второе, и третье, и даже дипломантство. То есть номинации может не выиграть никто. Но я считаю, что это ничего страшного, да, потому что здорово. Очень много детишек, которые приезжают на первый раз, ничего не выиграли, но проходит время, и они возвращаются, и вдвойне приятно, что они становятся обладателями гран-при, как, например, коллектив «Мастер», широко известный, из города Люберцы. Ребят, мне показывают о том, что у нас есть звоночек, и... Алло, мы вас готовы послушать. Добрый вечер. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Я Диана Фиалковская. Я хотела вас спросить, кто будет почетным гостем на конкурсе в этом году? Вот ребята уже знают, славу Семенот. Всем интересно. Ребят, ну, Дианочка, спасибо тебе за вопрос огромное. Да, все вы знаете, что, к сожалению, вот такие вот мы плохие, но мы не раскрываем этих секретов и всегда держим в тайне всех наших членов жюри, всех наших почетных гостей до самого момента открытия конкурса. Во-первых, для того, чтобы вам было интересно. Во-вторых, для того, чтобы конкурс был абсолютно честным и непредвзятым. Ну а в-третьих, конечно, за большую историю конкурса, я думаю, что вы уже участвовали и знаете примерно, какие люди к нам приезжают, можно посмотреть на сайте и примерно понять, кто будет в этом году, может быть, даже попытаться догадаться. Интрига. А набор еще не закончен? Нет, до 1 апреля. До 1 апреля идут заявки. Еще звоночки есть? Хорошо, мы готовы. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Да-да. Так, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Меня зовут Светлана. Вот насколько я знаю, Наталья очень занятой человек. Она и предприниматель, она и директор Центра детского интеллектуального развития «Шанс». У нее еще есть маленький ребенок, 1,5 годика дочки. Чего себе, как вы следите? И вот меня вообще потрясает и интересует, когда она все успевает делать, причем на высоком качественном уровне, и при этом еще отдавать столько сил своей семье. Вот где она берет такой заряд энергии, и вообще как это все получается? Вот это вопрос, Наташа. Много. Да, Светлана, спасибо, очень приятно за такой вопрос. Ну что я могу сказать? Конечно, в одиночку ничего не получится. И все это только благодаря тому, что у меня очень хорошая команда, очень большая команда единомышленников, и все мы отдаем время... очень много на то, чтобы все это получалось, и где-то, может быть, немножко меньше отдаем времени семье. Поэтому для меня очень важно найти правильный баланс между семьей и работой. Ну и к этому, конечно, мы стремимся. Иногда даже не спим по 2 дня. Ребят, а в вашем конкурсе могут принять участие организованные дети, то есть те, которые ходят в кружки, в ансамбли, в какие-то вот другие объединения, либо вот любой ребенок с улицы пришел, и вы готовы его принять. Существует ли какой-то предварительный отбор детей? Нет, предварительного отбора детей у нас нет, но у нас есть строгий документ, это положение о конкурсе. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, внимательно его прочитав и изучив, можно понять, сможет ли человек принять участие в нашем конкурсе. Если он по всем параметрам и критериям подходит, то есть у него есть, например, соответствующая песня, которая должна быть, соблюден хронометраж произведения, он умеет чисто петь, красиво петь, у него есть интонация, у него есть костюм, у него есть опыт работы с микрофоном, то, конечно же, может любой человек принять участие в нашем конкурсе, если он очень смелый. Позиция ваша понятна, но я, допустим, мама, по-сумасшедшему влюбленная в своего ребенка. Как мы все. И мне кажется, что лучше моего ребенка никто не поет, никто не танцует, а по факту оказывается... Пожалуйста, пусть приходят и пробуют свои силы. То есть не возбраняется. Один раз не получилось, я надеюсь, тогда уже мама, может быть, и что-то поймет. Знаете, чем мне нравится наш конкурс, то, что родители, руководители и детки могут открыто общаться со всеми нашими членами жюри, приходить на мастер-классы, на круглые столы. И если что-то у них не так, им обязательно все это в доброй атмосфере расскажут, покажут, научат, как и посоветуют, что делать.
У нас еще звоночек есть. Алло, добрый вечер. Да. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна. Дело в том, что я слежу за творчеством Станислава. Ведь у него прекрасный голос, и хочется его слушать и слушать. И поэтому у меня возник вопрос, почему вы, Станислав, не поете на закрытии конкурса? Ведь руководители и родители, и участники должны знать, кто проводит этот конкурс, кто исполнительный директор, как он также в детстве переживал, нервничал и чувствовал точно так же, как и сейчас детки на этой сцене. Это, наверное, к Наталье вопрос. А вы знаете, это, наверное, весь зал уже должен попросить просто встать, чтобы Станислав согласился спеть. Потому что он настолько занятой человек. Да, это, ну, вы понимаете то, что... Работая на конкурсе, очень трудно быть и исполнительным директором, и певцом. То есть отмечать две роли. Потому что певец к своему выступлению должен подготовиться, да, выспаться. Да. У него должен быть замечательный... голос, настрой, а если так как Станислав нас, да, если у нас закрытие трое суток 24-го, не спит, да, а с 15 апреля мы уже все не спим просто и вот так вот. Но я думаю, что в этом году мы очень постараемся все вместе, чтобы Станислав все-таки спел. А я думаю, это он специально глотнул сейчас. Ну, чего? Я думаю, что в качестве бонуса хотя бы вот пару фраз, либо какой-то вот, ну, маленький фрагмент любимой песни. Ну, а как? Ирина. Это не я. Это зрители, которые намекнули. А как же это? Ружье должно выстрелить, Стас. Ну, припев из довольно-таки, наверное, известной песни, но на самом деле мне, да? Ой, застали врасплох. Бах творит, и только звезды смотрят вниз, роняя слезы. Бах творит, Бах. Я знаю то, что это и ваша любимая песня. Да, я поэтому даже прям как-то вся мурашками покрылась. Это сидя, песня, сидя, да, вообще петь нельзя. Ну и без распевки, без подготовки. Наталья, сколько таких талантливых воспитанников конкурса «Семь нот» уже в жизнь пошли? Есть такие? Да, конечно, у нас многие члены жюри приглашают деток играть в мюзиклах, приглашают с гастролями за рубеж многие танцевальные коллективы. Ну, нельзя, конечно, сказать, что мы там даем какую-то путевку, даем какой-то шанс, но, по крайней мере, какое-то развитие, какое-то продолжение мы всегда стараемся нашим победителям предоставить. Мы их раскрываем. Угу. А, звоночек еще один у нас есть. Угу. Давайте послушаем. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, Ирина, Наталья и Стас. Меня зовут Петя. У меня есть сестра. Ей 11 лет. Она хорошо поет. И у нее отличный слух. Но очень боится выходить на сцену. Может быть, вы посоветуете ей, как победить этот страх? И сейчас... она и сейчас побоялась сама звонить. Поэтому звоню я. Спасибо. Спасибо. Ну, слушай, твоей сестре очень здорово повезло, правда? Такой смелый брат, который решает проблемы своей родной, любимой сестренки. Ну, профессионал, отвечайте. Мне бы хотелось, наверное, увидеть девочку и спросить, а правда ли она хочет петь? Может быть, ей совсем этого не хочется, и ей гораздо комфортнее, когда она рисует или занимается спортом. И при этом для себя поет. Я считаю, что не нужно никогда что-то делать насильно, то, что человеку не хочется. Ну, а если все-таки она на самом деле хочет петь, но стесняется, тогда нужно найти хорошего педагога, довериться ему, и все обязательно получится. То есть педагог может снять вот этот вот, конечно, страх, конечно, да? Педагог, опыт выступлений, опыт концертов, опыт участия в конкурсах. Мы все волнуемся, и Станислав волнуется, и я волнуюсь. Мы все живые люди, мы все волнуемся, и поэтому только опыт. Опыт в этом поможет. У меня иногда коленки так трясутся, то что я даже не могу просто выйти на сцену, но потом соображаю то, что ну надо. Все, уже дороги назад нет, надо
все-таки выйти. И доставить удовольствие. Удовольствие, наверное. Звоночек у нас еще один есть. Алло. Здравствуйте. А какие номинации будут на 7 нот? Какие номинации будут на 7 нот? Тебя как зовут? Меня зовут Милана. А, Миланочка, очень приятно. Спасибо тебе за звоночек. У нас в этом году вокал, хореография, художественное слово, помогай, театр мод, инструментальное исполнительство, декоративно-прикладное искусство, и новая номинация – фотография. Это очень популярная номинация. Мы сейчас с вами все фотографы, просто не расстаемся со своими телефонами. Селфи и все остальное. И мы сделали эту замечательную номинацию, чтобы обычные, простые девчонки и мальчишки могли показать свои работы, а также получить советы от профессиональных фотографов. Как лучше снять себя или окружающий мир. А у вас же еще есть конкурс внутри конкурса. Красоты. Да, мисс, конечно, мисс 7 нот. Мисс 7 нот, наш красивый конкурс. И еще у нас в этом году появилось новшество. Это для тех участников, кто не сможет к нам приехать по каким-то определенным причинам, это заочное участие. То есть можно послать свой видеоролик, жюри во время конкурса отсматривает материал, и потом подводим итоги. Единственное условие, что выступление должно быть живым. Ваш конкурс как раз вот славится тем, что бывают и почетные гости, и бывают в жюри сидят звезды, и кино, и российской эстрады, даже, по-моему, зарубежные бывают эстрады, да? Да, да, были. Кто эти люди, откуда вы берете? Раскройте секрет. Откуда, как это все происходит? Ну... Ну как это происходит? Или уже конкурс в такой степени раскручен, знаете, что они сами заявляются? Некоторые, вот не буду говорить, да, кто это был. Вот, например, позавчера просто пришло письмо на почту, да, к нам на нашу почту от одной очень известной актрисы. И там, где было написано то, что «Какого числа у вас будет конкурс? Я готова». То есть я отменяю все свои съемочные дни, я хочу к вам. Да, да, да. Мне рассказали, мне показали, я хочу к вам. Все. Ну вот, человек, который звонил, девочка интересовалась, какие будут звезды. Мне вы тоже что-то никак не говорите. А мы подготовили специальный небольшой сюжет, выстроенный как раз на всех почетных гостях вашего конкурса. Ну что, внимание на экран. Такие конкурсы, как 7 нот, которые уже проходят несколько лет, уже здесь все налажено, все красиво, очень хороший прием для детей, я видел, где они живут, все. Это очень дорогого стоит. Я на самом деле получил много положительных эмоций. Меня радует, что большое количество детей очень талантливых. Те дети, которые сейчас выступают, это будущее, это наша смена и все остальное. Безусловно, что это очень важно, что конкурсы такие проходят, и детям это очень нужно. Вот. Но я надеюсь, что этот конкурс даст артистов, которые потом вырастут и будут на них равняться дети. Вы знаете, так как я сама росла очень творческим ребенком и участвовала во всех конкурсах, всевозможных, о которых я просто знала, я знаю, насколько это волнительно, и знаю, насколько важно дать шанс детям проявить себя. Ну, пару человек я, наверное, могу выделить. И вот буду настаивать на том, чтобы именно их наградили как можно более высоким местом. Мне безумно понравились исполнения русских народных песен. Это уже, мне казалось, думаю, ну неужели это все погибнет, да, и канет в лето? Нет. Ну что, мы продолжаем разговор. По-прежнему напоминаем вам, что мы работаем в прямом эфире. Звоните. У нас еще есть время, чтобы ответить на ваши вопросы. А разговариваем мы про международный конкурс «7 нот». Ну вот такой парад звезд. Мне кажется, кого-то там не было. Колдун был. Ну вот самая яркая звезда, она была в прошлом году у вас, по-моему. Соколовский из дуэта «Бис». Знаменитого тогда, вот еще они, Зара, к сожалению, да. Зара, была, Зара, да, Зара, Девятов, Владимир, Владимир. Владимир. Угу. Кого там еще не было?
Не было наших зарубежных. Не хватает Киркорова. У него этот год такой юбилей, нам дают концерты, может, заглянет вам на огонек. А еще что-нибудь новенькое, кроме жюри звездного и гостей почетных, будет? Ну, как мы уже сказали, у нас будут новые номинации, и у нас будет заочное участие. Вот это все новшества. Вы каждый год придумываете что-то новое. Вот. Да, у нас даже в этом году в номинациях внесены также какие-то изменения, коррективы. Мы не стоим на месте, мы все время развиваемся и пытаемся улучшить наш конкурс. Ну, например, не все детки маленькие могли подготовить два танца. А это было обязательным условием участия в конкурсе. Поэтому мы решили, что ну зачем же отсеивать детишек, которые еще совсем малышки, но очень хотят принять участие у нас. Поэтому мы сделали возможность принять участие в конкурсе с одним танцем. Теперь давайте поговорим о географии конкурса. У вас на сайте написано, даже не страны, там прям четко написано «части света». Не преувеличено ли это? Вы знаете, нет. Наверное, не преувеличено, потому что география действительно конкурса очень большая. Почему? Потому что части света, да, это говорилось о том, то, что разные национальности, то есть разные народы. То есть вот, например, у Индии, да, свой там, да, народ, в прошлом году они были, и в этом году тоже собираются. Представляете, они заняли гран-при, и в этом году они опять к нам летят. Еще хотят. Просто и на каком-то... И только к нам, они прилетают один раз в год на конкурс. Пальма де Майорка, если не изменяет память. Была. И еще Китай, академический вокал, Китай. Испания в этом году к нам летит. И в этом году материк. Вот это же Испания, индусы вот эти вот, да, где-то были на каком-то другом конкурсе. Ты думаешь? Мне кажется, это одно с другим не связано. Ты думаешь? А я думаю, то, что связывает. Я не знаю, откуда они взялись, но Алжир. К нам летит Алжир. Можете себе представить? Мы точно не приглашали. Если честно, я даже не представляю, где это. Алжир, как бы... Напрасно вы заговорили про географию. Да, но списки они уже прислали. Здорово. Вот, как бы очень много вот таких вот... Владивосток, Мурманск. Да, это Россия, Нижневартовск. Но Мурманск, если понять то, что да, это за вообще... Наши дружественные страны, наверное, да, еще? Украина. Украина приезжает? Вы знаете, да. Белоруссия. Потрясающе. Из Минска. Не странно, но приезжает. Член жюри у нас будет из Минска. Угу. Вот так могу сказать. Ну, зачем? Ну, это же здорово. У нас звоночек есть. Алло. Спасибо большое. Добрый вечер, мы слушаем вас. Здравствуйте. Мы очень рады, несказанно рады видеть и Стаса, и Наталью в прямом эфире. Мы участвовали у них недавно в Суздале на программе «Мы вместе». Очень благодарны за их позитив, за вообще несказанный вот такой порыв эмоций. Я бы хотела задать такой вопрос. Мы заявлены в номинации «Народное пение», и наша девочка... немного отличается, скажем, вот от народного вокала, нежели вот от фольклорного такого творчества. Скажите, есть какие-то критерии оценки, когда, допустим, ребенок обучается именно в школе в манере народного пения или чисто фольклор, когда ребенок погружается в фольклорную традицию от исполнения старинных песен от бабушек каких-то, вот, да, скажем, Нижегородской области или Московской области. Мы бы хотели знать, каковы будут критерии оценки вот в этом направлении, потому что обе школы немного разнятся. Ну, а так, в принципе, мы желаем вашему конкурсу процветания, удачи, и мы очень рады видеть вас в прямом эфире и с благодарностью. Спасибо. Да. Скажите, откуда вы? Мы из Москвы. Угу, понятно, спасибо большое. Ну, спасибо интернет-связи. Вы знаете, я думаю, что этот вопрос скорее к членам жюри, но я как директор конкурса могу сказать, что для нас самое главное – это талант ребенка. И абсолютно не важно, что он поет, какие песни, будь то народные песни или, наоборот, это будет фольклор. Если это талантливо, если это красиво, то это в любом случае будет здорово. Если честно, я, наверное, понял, какой девочке была речь, потому что
фольклорном исполнении она была одна у нас на конкурсе. Именно в фольклорном, именно вот в том еще, вот как сказала, не помню, как зовут девушку, это которая звонила. Это чисто профессиональные такие вот да, дела, да, 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 помню. Отличие в международной песне и фольклорном исполнении. Это было круто, я могу сказать. Это было реально круто. Я помню это. У меня прям фотографическая такой память. Да. Сейчас прозвучал в вопросе такая фраза, то, что мы вместе еще конкурс, вы его обслуживаете, но мы про это говорить не будем. Возник вопрос вот какого плана. А 7 минут-то не собирается каким-то образом начать колесить по городам? Собирается. Не собираются. Я и все говорю, собирается, пора уже, нужно, потому что мало одного. Вы знаете, сейчас как-то вот конкурсы проводят очень много, вот именно вот этого размножения, там. Мне почему-то хочется оставить наш конкурс эксклюзивным. Вот, чтобы он был один раз, но он проводился на хорошем профессиональном уровне. Вот. Поэтому мое мнение пока. Окей, будет, но он будет называться, там, например, 7,5 нот там, или 8 нот. Но он... Ну, в общем, пока конкурс проходит один раз, и у вас есть уникальная возможность поучаствовать в нем в апреле месяце, потому что следующий конкурс будет только через год. А почему именно апрель? Ну, Семнот зовет апрель. Семнот зовет апрель. Гимн конкурса. Даже для рифмы это получилось. Нет, песня сочинялась под конкурс, а не наоборот. Потому что я очень люблю это время года. Это весна, это все расцветает, это замечательное настроение. Это порыв творчества после зимы. Становится тепло. И поэтому именно в это время мы решили сделать этот конкурс. У нас звонок еще один есть. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Владимирская область вас беспокоит. Здравствуйте. 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 Очень хочется пожелать удачи организаторам конкурса. Ведь сегодня это очень непросто. И самое главное, что с одной стороны востребовано, а с другой очень непросто. Ведь вот эти все проблемы и да, извините, связь. Да, немножко, да, все непросто. Все непросто. Мы поняли, мы да поняли. Спасибо, нам пожелали удачи. Это самое главное. Самое главное. Спасибо. А вы знаете, а я бы вот, я не знаю, мы не услышали, о чем говорили, но ведь год это действительно необычный, он тяжелый в финансовом плане для всех, чего ж там греха таить. Но зато он объявлен годом кино. Что-нибудь в конкурсе для этого сделано? Что-нибудь будет? Кино? Да, у нас будет номинация, конечно же, песни из кинофильма. Здорово. Вот. И мы всегда стараемся идти в ногу со временем. В этом году мы отмечали юбилей Шаинского, и поэтому у нас также представлена номинация «Песня Владимира Шаинского» как специальная номинация конкурса. Ну и в других номинациях, в художественном слове, также я думаю, что эта тема будет отражена. Где, куда я дела? Что-то потеряли. Нотки потеряла. Вот они. Здорово. Эти нотки не просто нотки. Эти нотки предсказания. Вы верите вообще в предсказания? Иногда. Иногда? А вот я предлагаю вам вытянуть для себя нотки. Тем более, смотрите, они такие радужные. Я сейчас прям даже разложу их так на подушечку. С обратной стороны там написано именно то, что ждет вас в этом году на конкурсе 7 нот. Мне как-то страшно. Никто не удивится, какую я выбрала нотку, я думаю, из тех, кто меня знает. Что там? Встреча. Встреча новых и старых друзей. Так, ну давайте вот эту вот зелененькую. О, Господи, ну это каждый год. Трудность. Это каждый год. То есть все? Я думала, мы все Давайте еще по одной. Ну как-то с трудностью не хочется остаться. Да, трудность как-то. Но я как девочка возьму розовую. Ну давай, я как мальчик возьму синюю.
постоянство. Трудность постоянства. Нет, ну, да. Нет, надо считать так, что конкурс будет постоянно. Да, да. Ему не будет. Ну, хоть и трудно, но постоянно. Но... А что Наташа так отложила? Нет, я же сказала, у меня счастье. 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 И удача. У меня счастье. Звоночек еще есть у нас, я правильно поняла? Нет? Ну, в таком случае, ребят, время, в принципе, у нас подошло к концу. И я хочу сейчас исполнить традицию нашей встречи. Мы с вами сегодня были у камина. А у камина всегда по-домашнему тепло. И чтобы вы все время помнили о том, что провели вечер сегодня на телеканале «Видное ТВ» у камина, вот этот теплый момент. Ничего себе. Ничего себе. Спасибо. Просите с удовольствием и вспоминайте. Ну, а мы, в свою очередь, хотим сказать огромное спасибо. Да. Нам было очень приятно с вами общаться. Спасибо всем нашим телезрителям. Спасибо всем нашим участникам. Мы очень-очень рады всех вас слышать и видеть. Ну, и спасибо огромное «Видное ТВ» за то, что вы такие добрые, хорошие, нас поддерживаете. И теплые. Потому что не так много людей, которые вот искренне готовы поддержать. И не будем говорить о том, что сейчас трудно. Ну и вам, наши дорогие телезрители, большое спасибо за то, что вы с нами, что вы любите конкурс «7 нот», и желаем вам приятно отдохнуть, приехать посмотреть на этот конкурс, а тем, кто принимает в нем участие, обязательной победы. Спасибо, скоро увидимся, до новых встреч. Больше нет сказать.